Болгария перебросила на границу более 400 военных и полицейских. Они приняли участие в учениях по защите от нелегальных мигрантов. При этом премьер-министр страны уже заявил, что большая часть дополнительных подразделений останется охранять границы на постоянной основе. Власти Великобритании тем временем признали неспособность решить проблему нелегалов. Лондон и хотел бы их депортировать, но не знает куда. Многие по прибытии в королевство уничтожают все свои документы. Чтобы сократить поток беженцев в Европу, Австрия призвала Германию ввести квоту на прием и объявить об этом во всеуслышание. Иначе, по словам австрийского канцлера, мигранты не прекратят всеми способами прорываться в ФРГ, оседая при этом вынужденно или по своей воле в других странах. Немецкий же канцлер снова пытается переложить решение проблемы на других. Ангела Меркель раскритиковала Грецию за то, что та не создала на своей территории достаточного числа мест для, цитата, «достойного размещения беженцев». При этом сама Германия, отметила Меркель, идти на изменение бюджета ради беженцев не собирается.